В начале марта в Одессе заработает бесплатный маммологический кабинет. Его оборудуют в 6-й городской поликлинике. Сейчас маммограф уже туда завезен. И тут прокладка кабелей устанавливается. Уже в начале марта полностью будет работать этот маммологический кабинет с цифровой и компьютерным маммографом. И я хочу сказать, это не только женщины, а и мужчины всего города будут приходить и бесплатно. Еще раз я повторяю, это будет абсолютно бесплатно. Будут проводить вот эту процедуру. Отмечу, Одесса занимает первое место в Украине по количеству больных раком молочной железы.